поднялись на второй этаж. Здесь у нас комнатка. Это спальня. Вторая спальня в данном коттедже. Как я и говорил, это Репина парк. Это уже у нас 12-й дом, в котором мы работаем. И здесь у нас стена листами 1,20 м на 60 см, каменный шпон цвет тан. Телефон немножко не передает цвет тут. Более песочный он, конечно. То же самое из одной партии листы, поэтому на протяжении всей стены, в том числе с дверным проемом, все выполнено из одной партии. Рисунок похож на всех листах. Вот такая вот состыковочка. Вот такой вот рельефный камушек. Никакого сравнения, конечно, с штукатурочкой. Хотя венецианка имеет тоже свои плюсы и свою красоту. Ну, в данном случае клиент захотел, чтобы в интерьере был именно натуральный камень. Тем более, эта стеночка у нас под телевизор идет. Ну и посмотрим с обратной стороны. Здесь у нас реечки. Это не наши реечки, мы только каменным шпоном занимаемся. Ну и вот такой вот вид из спальни. Конечно, летом будет намного все красивее и зеленее. Сейчас пока холодно. У нас есть еще одна стена в этом же коттеджном поселке. Сейчас мы сделаем.